Заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион Европы 2010 года, серебро 2013, тоже Европа. Всемирные боевые искусства, первое место, чемпион России 2010-2011, обладатель пояса WBA Intercontinental 2018-2019 год, чемпион Евразии и Океании по версии WBC 16-17 год. Верно? Да. Чтобы все понимали, с кем мы имеем дело здесь. Вот. Сейчас, на данный момент... Это только часть, да, там, пути моего спортивного. Да. Сейчас, на данный момент, ты являешься профессиональным боксером мира бокса, компании промоутерской. Вот. И меня интересует такой вопрос. Я следил еще в 2010 году, когда был чемпионат Европы, я еще даже не боксировал по-взрослым, мне тогда было только 16 лет. Я видел этот чемпионат Европы, ты выиграл действующего чемпиона мира, чемпиона Олимпиады, Камарелли, да, выиграл тот, на тот момент был это, наверное, самый титулованный боксер в любителях, который, ну, на любительском ринге, который там шел без поражений после ухода Александра Поветкина, ну, на профессиональный ринг из любительского бокса. Практически он все выигрывал, там, два раза чемпион мира, Олимпиаду одну выигрывал, там, и то на пути практически не было у него золотой медали чемпионата Европы. Вот. И тут вот опять встретились, вот вы начали рассказывать. Да, и у меня вот такой вопрос. Ты уже как бы в 2010-м выиграл Европу, ты прошелся по всем, и вот такой вопрос. Это ты уже лидер в сборной России, но как ты не попал на Олимпиаду? Вот расскажи, как так произошло в 2012-м, которая была? Ну, на самом деле это такой процесс, можно сказать, системные. Когда ты находишься в сборной, да, там, неважно, вот отобралось, вот, допустим, три человека, состав, первый, второй, третий номер. Там, первый, понятно, он идет как чемпион, но остальные, там, два номера, они прикрывают всегда чемпиона, что мало ли, там, заболеет он, травмируется, чтобы, ну, не было пустое место, да, там, чтобы раз, там, в какой-то момент подменить. Вот, у меня такого не было. Были определенные, ну, моменты, можно сказать, не хватило административного ресурса. На тот момент я перешел в Петербург только, и окончательно как бы меня взяли, все тут устроился, и тут так быстро все сложилось, то, что я выиграл чемпионат Европы, что за два года, грубо говоря, до Олимпиады, и опять Россия там, и все вот так просто не сформировалось, наверное, мое административное, ну, административная поддержка, да, так можем сказать. Я тренировался, работал, все выполнял, но вот не хватило вот этого административного ресурса, потому что, ну, зашли другие люди и как бы сказали, что вот мы поедем вот так. И, ну, так mm-hmm. То есть есть какая-то система в любителях, да, ты скажешь, что... Ну, не то, что система, может, она... Ну, свои подводные камни, так и да, может, ну, как бы, я не считаю, что, как бы, я слабее того человека, который поехал, да, это был Магомед Омаров. Да. Я уважаю всех своих соперников, вот, и отношусь к ним с уважением, вот, потому что спорт профессиональный, я считаю, что все, кто уже вышел на этот уровень, где я сейчас нахожусь и с кем я боксирую, я думаю, что должно каждому быть уважение, потому что это очень, ну, я знаю, через чего это проходит, какие тренировки, как подготовка проходит, как травмы там залечишь, ну, вот эти все моменты. Так что это очень тяжелый вид спорта, и поэтому нужно относиться ко всем с уважением. То есть таких нету ложков здесь, то есть которые такие раз прибежали, выиграли по-быстрому и убежали. Это если только вот так его проведут, там всех судей купят и все. А так, ну, здесь нету таких, чтобы, ну, просто вот, грубо говоря, там это проходимцев, можно так сказать. Вот. А вот получается, ты участвовал потом на Европе в 2013 году, верно? Ты стал, да, потом, вторым. Потом, в общем, получается, в Лондон я не поехал, но все равно я оптимизм не потерял, потому что во мне горело вот это желание поехать на Олимпиаду, потому что, ну, с детства это, наверное, такая детская мечта моя была, чтобы,
ну, попасть на Олимпийские игры, да, тем более такого ранга соревнования, что это вообще там, ну, выше крыши только Олимпийские игры вот как раз и были. И на тот момент я продолжал тренироваться, потому что, ну, не терял сил, надежд, что я поеду снова. Меня включили в основном... А, я на России выступил. На России в 2012-м я стал вторым. Вот, это опять же, ну, такой был, можно сказать, равненький бой, но отдали Магомеду Омарову, он первым стал. Вот, я поехал на чемпионат Европы, который проходил в Беларуси, вот, и потом в Минске. Да. И потом, а Омаров, по-моему, поехал на чемпионат мира. То есть так уже было запланировано? В Катаре, да. Ну, определились, там первый номер едет туда, второй сюда. Угу. Вот, и я, получается, до финала дошел, боксировал с Магомедом Расулом Меджидовым, мы с ним встречались уже до этого. Первый раз наша встреча была, это трехкратный, если это кто такой, это трехкратный чемпион мира сейчас. Ну, да, да. Который перешел в профессионалы сейчас, я тоже его знаю хорошо с ним, ну, как когда увижусь, там, пообщаемся, нормально, хороших отношений, вот. Так что, вот, ну, дошел до финала, в финальном бою был у нас красивый бой такой, было на грани все, ну, вот, 2-1 отдали в его пользу. Вот. А если чуть-чуть назад, в полуфинале ты в полуфинале, выиграл Джойса? В полуфинале, да. Да, а до Джойса у меня еще было 2 боя, то есть я попал на 4 боя, и перед Джойсом я, в общем, прошел хорошего тоже немца, это, наверное, этот Эрик Файфер, может, знаешь, такой. Да, да, да. Он тоже призер мира, такой неплохой немец, с казахскими корнями. Вот. И это как, и в полуфинале я встречаюсь с Джойсом, и получается в первом раунде сразу быстрый старт как-то. Ну, настрой тренер сказал так делать. И я, ну, такой уже заряженный, тем более я до этого боя 2 боя уже провел. Я раскочегаренный, можно сказать, на боксерском любительском сленге, что я уже был на ходу, и почему-то я сразу пошел, думал, что откладывать, тем более, ну, понимал стратегию, что он пойдет вперед, меня вот это монотонно своими ударами будет бить, постоянно идти там, ну, под его дудку смысла не было, надо было его сметать. То есть такая задача стояла, и сработало, и все. И вышло, отлично, да. Чтобы люди понимали, Джойс, как его, Джозеф Джойс, да, это сейчас, возможно, потенциальный соперник Усика, чтобы люди понимали просто. Ну, да. Да. То есть, получается, и вот 2013 ты стал вторым, и на этом как бы все с любителями, верно? И потом, да, опять как бы, ну, тут такое, это в Рио, либо до Рио 16-го года, либо тут уже как бы предложения и так были уже, ну, я имею в виду о переходе в профессионала. Конечно, я уже думал об этом, потому что я хотел продлить свою профессиональную карьеру, вот, и задумался о переходе в профессионалы, и рассматривали разные варианты, решили подписаться с нашей российской промоторской компанией «Мирбокса». Встретились с руководителем этой компании, с Андреем Михайловичем Рябинским. Переговорили, все обговорили, всех все устроило. Пожали руки, подписали контракты и начали работать. И вот до сих пор работаем. У меня как бы желание огромное также добиться чемпионского боя и чемпионского титула. Это классно, это да. Вот как раз у меня тоже был этот вопрос. То есть у тебя было несколько предложений по профи или Я перед этим ездил еще, может, знаешь, в Германии есть такой промоутерский был клуб Universum Box Promotion. Заурланд были. Вот, ну, вот в эти клубы ездил, ну, один раз каждый из клубов. В принципе, ну, как бы рассматривал тоже предложение, но хотел, ну, не то что лучшего, а просто рассматривал благоприятные для себя варианты условий для сотрудничества. Вот. И подумал, что российская компания, она будет намного лучше на первоначальном этапе, потому что, ну, живу я в России, тем более я сам гражданин Российской Федерации, и будет проще как бы вот эти все моменты с юристами, с бумагами и вот этими с боями. То есть вот так. Потом уже дальше, и вот как-то вот пошло, поехал уже и
В Америке стали уже там второй-третий бой, я, по-моему, третий бой провел в Штатах уже. И вот пошел уже больше за границу, потому что изначально задача стояла, чтобы больше боксировать за границей, а не быть домашним чемпионом, чтобы там проводить бои и бить мешков. То есть набираться уровня, а уже от этого там... Если ты как бы не можешь тягаться на международном уровне, так, ну, и смысла нет заниматься боксом, да? Вот, поэтому мы рассматривали сразу верхнюю планку, потому что для боксировать на американском ринге, и где вот дальше там вообще в Европе есть, там в Германии бои, в Британии проводят Эдди Хёрн. Да. Просим прощения, тут что-то произошло, мы еще раз выходим в эфир, теперь у нас будет две части. О, слышно сейчас? Да. Да я просто отключился, у меня просто гарнитура была к машине подключена, и поэтому тут это сбой произошел. А мой вопрос был слышен? Первый, который я задал. Нет. У меня сложилось такое впечатление, что вот, ну, сборные, да, по любителям, допустим, даже в России, в, не знаю, Украина, там даже Молдова, что взаимоотношения не очень. То есть все как будто кучками или... То есть только на виду, что у всех все нормально, на самом деле холодное отношение. Это так или нет? Да нет, я думаю, все равно все дружат. Просто, ну, конечно, соперничество есть какое-то, но это чисто спортивное, я думаю. Не, а вот именно когда уже команда, скажем, начинать Европу, все распределены по весам, то есть, ну, есть какие-то не, теплые взаимодействия. Не, ну это понятно, потому что там должны понимать, что когда ты на соревнованиях, там все твои соперники, да, там ходят, там, грубо говоря, как же я вот, допустим, жил в гостинице, и там вот соперники там ходили, кушали в столовые, там пересекались, это все там друг друга с собой, ну как бы там кто-то поздоровается, кто-то, ну, у разных характеров у людей темперамента, да, там, и поэтому как бы кто-то разговаривает, кто-то отворачивает, кто-то здоровается, так-то по сути, ну, вот как-то вот так. Угу. Скажи мне, а вот ты подписался в 2014 году, потом узналось, кажется, в 2015 году, что на Олимпиаду будут допускать профессионалов. Были еще мысли вернуться, попробовать или нет? Ну, на самом деле, я узнал, ну, вообще, конечно, читал, интересуюсь информацией, много же везде все доступно. Ну, конечно, мысли проскользнули, можно сказать так, мельком. Но на самом деле не хотел бы обратно туда. Олимпиада, да, Олимпиада. Но я уже оставил как бы вот в 2014 году это все осталось там. Почему-то вот как-то я как перешел. Как-то вот, знаешь, с этим ощущением, вот не знаю, сейчас кто-то боксирует и на профессионалах, кто-то в любителях. Вот у меня такого нет, знаешь, я как бы, грубо говоря, отработал в любителях. Ну, там, не сказать, там, свою спортивную какую-то карьеру, да, там все отработан. А именно вот переход какой-то произошел от профессионала, что это другая какая-то уже, другой уровень, что там уже другие тренировки, другие там, ну, все по-другому. И вот поэтому как бы не было желания уже возвращаться обратно. Скажи, а кто был в любителях у тебя основные вот конкуренты? Омаров и... В России? Да. Ну, вообще, когда я только начинал, там был чемпион этот Ислам Тимурзиев, такой царство ему небесное, да. Боксировал еще на турнире Попенченко. Он был, это, наверное, 2008 год. Потом в 2009 я выступил на турнире, это Денис Сергеев был чемпионом России, вот он был конкурентом. Потом Нияз Файзулин был с Башкирии. Потом... Виталий Кудухов тоже сильный. В общем, очень боксер тоже. Ну, много, на самом деле, в моем, как бы, в мой период, тот, когда я был в сборной, тоже было много боксеров хороших, которые создавали конкуренцию и боксировали. Скажи мне, а кто был твоим тренером по любителям? На самом деле, у меня вообще такая история очень интересная, любительская. Я вообще с Владимирской области, с маленького города Кольчугино такого, вот, начал заниматься боксом в 98-м году у тренеров таких Романовых. Романов Вячеслав Владимирович, Романов Вячеслав Павлович. Романов Вячеслав Владимирович, вот 2 дня назад его похоронили, умер. Тренер мой первый, вот. И начал тренироваться у него, поехал
там ездил на соревнования. В 2001 году выиграл первенство России там в городе Туапсе или в Анапе по юношам, по младшим. И так как-то заигралось, пошло, поехало, вся моя карьера. Попал в ЦСКА в 2004 году, начал там тренироваться, там первый год тренировался у Нагима Хуснутдинова, такого тренера, это раньше он тренировал, может, знают многие любители бокса, это Матвей Корбу он тренировал, ну, много там и Александр Иванов, там, ну, много-много интересных боксеров он тренировал. Вот я у него там тренировался какое-то время, потом до 2008 года, потом проходил срочную службу, и вот потом переехал в Питер в 2009 году, в 2010, когда уже вот Европа и все вот это закрутило, завертелось, и вот до сих пор я еще в строю тренируюсь, уже 33 года. Да. Хочется добиться многого всего и желаний еще. Знаю, что сила тебя не потеряли. Это главное. А вот Геннадий Машьянов, правильно? А, да. И вот когда я попал уже в Санкт-Петербург, это вот да. Все мое юношество там закончилось там в городе. И я вот уже попал сюда в Питер к тренеру Геннадию Юрьевичу Машьянову, заслуженному тренеру СССР. Это очень такой талантливый тренер, который воспитал большую плеяду отличных боксеров, которые там и в СССР боксировали, там и чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Вот. И мы как-то с ним вот сработались и уже давно как вот как сын с отцом работаем. И сейчас... И до сих пор работаем, да, и он вот тоже тренер Дмитрий Бивола, чемпиона мира по WBA. Супер. Вот. Тоже он его тренирует. И вот мы вместе тренируемся у Геннадия Юрьевича Машьянова. Здесь, в Санкт-Петербурге. Да. И тренируешься, ты живешь и тренируешься в Питере, правильно? Да, да, живу. У меня здесь семья, дети ходят в сад. Жена занимается там другим ребенком еще. Я тренируюсь, там немножко сейчас реабилитацию прохожу. Но постоянно нахожусь пока в Петербурге. Скажи мне вот, вот такой момент. Вот ты перешел с любителей в профи и остался такой же тренер, да, который с любителя перешел в профи. Расскажи. Не, ну на самом деле вот про тренеров ты начал говорить. Я тренировался, я за это время, наверное, тренеров 8 сменил или 10. То есть я тренировался в любителях у одного, у второго, у третьего. Там, ну, как бы, знаешь, ну, у меня не было постоянно, ну, как бы был тренер мой первый, да, у которого я начал тренироваться, вот про которого я говорил, про Романа Вячеслава Владимировича, который ушел из жизни, вот, и царствие ему небесное. И, в общем, дальше просто тренера были, ну, как встречались в моей спортивной жизни, они, было много их, вот, и вот сейчас я работаю и остановился с Геннадием Юрьевичем Машьяновым. А у тебя мы уже, можно сказать, сколько, 12 лет работаем с ним вместе. Вот самый большой срок, с кем я работал когда-либо. А у тебя вот по профессионалам один тренер? Или есть еще? Да. Ну, основной тренер по боксу, который Геннадий Юрьевич Машьянов. Вот. Угу. Он у нас классный. Скажи мне, какие вот, вот как раз вот этот вопрос, да, про вот... про тренера. Как он вообще, вот, допустим, сам тренер перенес вот с любителей в профи вот эту манеру бокса? Как вообще получилось соединить? Если мы там возьмем историю вообще советского бокса и любительского, то можно просто почитать, залезть в интернет и посмотреть, кто такой заслуженный тренер СФСР Геннадий Юрьевич Машьянов. Это тренер, который первый в истории нашей современной России, из Советского Союза, можно сказать, и России, да, ребят отвез в профессионалы и там боксировали в Америке. То есть первые, кто отвез, там и они боксировали, уже увидел американскую, наверное, методику подготовки. И вообще у него была своя динамовская школа. Вот. И мы по этой методике тренируемся и, в принципе, особо ничего не меняем, но, конечно, приобретаем, учимся чему-то новому. Потому что нету к концу совершенствования себя, поэтому нужно постоянно что-то добавлять. Профессиональный бокс – это очень такой, ну, вид спорта, потому что соперники тоже смотрят твои бои, готовятся к тебе.
высчитывает, а бокс, мы все знаем, это шахматная партия, поэтому нужно заготавливать свои ходы какие-то, заготовки, и мы готовимся постоянно, работаем над этим в зале. Скажи, а твой бокс, вот по твоему мнению, изменился ли по сравнению с любительским, вот сейчас, в профи? Ну, конечно, изменился. Я стал больше думать головой в ринге, да, там, более осознанно подходить к тому или иному вопросу. То есть, когда ты, ну, что-то делаешь, ты должен делать это очень ответственно, поэтапно. То есть, не должно быть каких-то пробелов. Если где-то что-то будет, то, ну, какая-то фигня случится. То есть, вот так. Ну, еще и в супертяжелом весе. Да, а в супертяжелом весе это очень, как бы, печально может закончиться, как мы знаем. Да. Вот, поэтому нужно... Поэтому вот уже, я вот так думаю, если с 98-го года я начал тренироваться уже там в 11 лет, вот моя, сколько уже, 22 года получается, вот я в этом виде спорта. Я иногда усмехаюсь там, кто мне там пишет, там иногда, ну, просто там молодые ребята там что-то учат, что я там должен то-то, то-то сделать там. Ну, конечно, интересно послушать, я не, конечно, не осуждаю это. Наоборот, даже интересно, да, там, может, на самом деле, а вот так со стороны, как говорят, это всегда виднее. Ну да. Скажи, а где тебе лучше проводить тренировочный сбор? Я знаю, что ты... Лагерь, да? Лагерь, да. Америка, ну, Европа. Ну, конечно, лагерь, да, это на самом деле не важно, в Америке, там, в России или еще где-то там, в Арктике можно провести. А условия очень просты, на самом деле, все очень просто. Можно здесь такой же лагерь. Это обычная база должна быть, ну, спортивная, на которой там, где можно будет пробежаться, там должна быть трасса какая-то для пробежки, для утренней, для вечерней, для дневной, там спортплощадка на улице, зал спортивный должен быть, ринг, снаряды, спарринг, партнеры, вот, в принципе, и сбор готов. То есть вот эти все компоненты, которые там, и набор... Неважно, вот, допустим, если есть спарринг-партнеры хорошие, можно и в России провести. Но нужно куда-то на базу выехать, там, конечно, дома нельзя готовиться. Вот, а я как раз хотел спросить, а есть спарринг-партнеры в России? Ну, конечно, есть. Но... Вот есть, именно... но у меня вот, допустим, здесь, в Петербурге, да, там есть и бойцы смешанных единоборств тоже, там, которые помогали готовиться к боям. Хорошо, вот. Хорошо ты сказал, помогали. Не получилось дальше, да, помочь. Да нет, почему? Спасибо огромное пацанам. И просто пацаны-любители, которые молодые, там, чемпионы Санкт-Петербурга. То есть проблем нет в этом плане? Нету, но как бы они там периодически возникают, конечно. Тем более взять сейчас, когда, ну, ситуация, которая в мире, пандемия, это... В этих условиях, вот я недавно тут вообще сдал кровь, узнал, оказывается, я уже переболел, да, но хотя я даже, ну, ни температуры, ничего не было, я тем более готовился к бою, как вот, ну, помнишь, к бою с этим, с Баколи в декабре. И получается, за этот период, вот, ну, я вот только сейчас узнал, что я переболел, на самом деле, у меня антитела просто есть. Ага. А так, как бы, обычной жизнью живу, ну, соблюдаешь, конечно, там вот эти все меры, там маски, перчатки там в общественных местах. Ну, 1.5 метра навряд ли кто там. Да, да. Скажи, а сейчас на данный момент ты тренируешься, получается, в Питере, ты и домой, и на тренировке. Домой, на тренировке. То есть сейчас, да, нет какого-то сбора. А сейчас плюс у меня еще сейчас я тут немножко левую руку лечу свою. Там у меня старую травму она обострилась, и в итоге, в общем, мне пришлось ее сделать, чтобы она вообще мозги мне не делала, и в итоге я сейчас на таком, на короткой паузе, можно сказать, недели 2-3, вот, и потом уже опять возобновляю тренировки, уже лагерь, и там уже менеджер мой ищет мне бой, и я готовлюсь к бою. Ага. Потому что смысла нет ждать, надо боксировать, и 100%. Потому что есть желание, да, и боксировать, поэтому, ну, будет искать возможность, какие будут возможности, будем на них там соглашаться, потому что мы не ждем там, чтобы нам сделали дома бой, что мы никуда не поедем. Мы поедем хоть, я не знаю, хоть в космос полетим боксировать. Главное, сделайте нам бой и дайте нам, с кем боксировать, и нам не важно будет.
Я вот со многими разговаривал, и есть такая информация, что в залах Америки на спаррингах, ну, все выносят просто с ринга, стараются максимально тебя ударить. Это, конечно, да. И если сравнивать, допустим, с любительским боксом, где там вот, ну, если даже вот просто там сборную, да, там это, где там, конечно, ты, ну, относишься, там, бережешь партнера своего, чтобы сильно его не бить, вот. А там ты выходишь, он деньги за это получает. Тебе нужно максимально ему нанести урон, и он должен как бы защищаться и тоже давать сдачи. Поэтому тут чисто такой, я имею в виду, грязный бизнес, можно сказать, вот, где пот, кровь. Никаких поблажек. Я не знаю, да, никаких поблажек. То есть тоже вот все как-то вот так, да. Чем хорошо, да, допустим, в Штатах со спарринг-партнерами, тем, что, допустим, одного ты там побил, второй там пришел, третий, то есть их много, и все готовятся, и очень много, что ребята, ну, такие, я имею в виду, есть даже чемпионы, да, и они между друг другом там, ну, друг другу помогают. Тоже это нормальная вещь такая, да, там я замечал, вот, что они, ну, приезжают в лагерь, там помогают, мало того, что там они и денежку зарабатывают там за помощь, и плюс еще помогают, и там свое мастерство тренируют, плюс еще они и получают какой-то свой личный опыт. Это тоже очень сильно. Скажи мне, ты проводил бои по всему миру, да, Англия, США, Россия, где вот, не даже не лучше, где атмосфера более такая боксерская, где тебе понравилось больше боксировать? Да, на самом деле, везде классно боксировать. То есть, тем более, я просто... тем более, когда там, неважно, вот, допустим, дома ты боксируешь, везде поддержка, она везде ощущается, в первую очередь. Ты потому что, ну, когда там за такую большую нашу родину, там, Россию бы выходишь, да, там, понимаешь, там, за всех, там, за братьев, за сестер, там, за папу, маму, там, за брата, за дедушку, за бабушку, то есть все собираешь, ну, и плюс там вот это, конечно, эмоции, вот это, темой славится русский народ, там, вот, славянские, что у нас дух есть всегда, вот, такой сильный, стержень. Так сказать. Просто вот. Везде классно боксировать, везде ощущается, но везде стоит своя задача. Везде нужно в первую очередь, когда ты выходишь в ринг, всегда нужно справляться со своими эмоциями. То есть ты начинаешь внутри не кипать, у тебя эмоции, ты адреналин бьет. Все, у тебя там выход сейчас в ринг, ты должен делать то-то, то-то, то-то. Ты не должен там, допустим, сорваться, побежать, там, наносить какие-то удары, там, или просто там, как, ну, непонятно как бить, там, по затылку, грязнить или еще что-то. Ты должен четко выполнять установку тренера. Вот. Вот так. Я почему задал этот вопрос, допустим, вот у Усика спрашивали, да, он говорит, Англия, это просто там такая атмосфера, просто вау. Поэтому вот мне интересно было. Вот на самом деле, я тебе скажу, это в 2018 году я как раз боксировал с Дэвидом Прайсом на Уэмбли стадионе, это 80 тысяч, где я проходил поединок, главным бой был Джошуа Поветкин, вот, и 80 тысяч, и, ну, я когда на этот стадион попал, реально, визуально вот так окинул взором, а когда я выходил уже, ну, там, мой четвертый бой, по-моему, был в главном вот этим карде, там уже, ну, грубо говоря, наполовину уже полностью был, ну, наполовину забитый этот, уже ощущалось, когда Прайс выходил, такой, ну, как будто стены на тебя надвигаются, такие, ну, эмоции на самом деле. И вот после этого, как бы, ну, были еще арены, как бы, такие большие, где я боксировал, но вот это самая большая Уэмбли стадион, и после этого, как бы, выходишь уже другие, там, вот, ну, когда там зрители как-то уже, вот, ну, как бы, эта планка психологическая, как бы, ну, снята, наверное, перед этим, выходить перед людьми, там, что там, волнение. То есть ты выходишь уже более спокоен к этому. Вот. Ну и, конечно, эмоционально чувствуется вот это там, даже когда против тебя там кричат там или там, ну, выкрикивают что-то, ты наоборот там, ну, как бы, ну, то есть, конечно, в бою, да, там, но все равно, со стороны ты все равно, когда ты в бою, слышишь, ты в центре событий, все равно ты ощущаешь это все, все напряжение, которое вокруг тебя, и ты сам его создаешь. Вот, поэтому тут, знаешь, нужно просто контролировать себя.
Ну да, 100%. Да. Но такая там атмосфера, я представляю. Тут на самом деле, помимо всяких физических тренировок, нужно еще психологические тренировки, то есть духовные тренировки. Все вот это воедино и складывается. То есть ты не можешь просто там кроссы, грубо говоря, бегать, там 100 раундов, там боксировать, там в спарринге, еще что-то, и там такой ты чемпион, и все. А в ринг выходишь, ты не готов там. Физически готов, а эмоционально, психологически не готов. То есть все, вот, брешь. Тебя сразу сломают. Вот так. Скажи мне, у меня вот еще такой вопрос. У тебя был тяжелый бой с Майклом Хантером. Потом долгий, простой. Вот. И тебе сразу организовали бой с, вот, с Баколи. Можно его назвать, ну, англичанином, потому что он боксировал как дома, получается. Да. Почему тебе не сделали между вот в этот простой какой-то бой, скажем, ну, проходной, или чтобы прочувствовать ринг, то есть, а сразу вот с одного тяжелого боя простой и опять тяжелый бой? Почему не было вот промежуточного какого-то боя? А на самом деле у нас был запланирован бой на осень после Хантера, когда я с Хантером отбоксировал, и у меня должен был бой... Может, ты помнишь, с китайцем Жан Джилет. Да, да, в Монако это... должен был быть, да? А? В Монако должен был быть, да? Да, в Монако. И все как бы не предвещало, я готовился, отличный лагерь у меня был, я готовился в Санкт-Петербурге. Вот, уже там за дней 10-12, я, в общем, там произошло такое нехорошее событие. Я, в общем, травмировался, и там у меня пятки, перелом пяток. И, в общем, и в итоге, в общем, слетел я с боя. Пока восстанавливался, потом готовился, и вот пандемия началась, и все вот это растянулось. А почему Баколи потом? Потому что, ну, как бы, я не знаю, китайцы этого не дали, говорят, вот Баколи. Ну, вообще организатор был матч-рум этого поединка. Вот, и они должны были организовать мне, ну, второй поединок после Хантера. И вот, допустим, этот с китайцем сорвался, да. Они мне решили... сделать, ну, другой там после вот пандемии. И вот эта пандемия пока началась, там растянулась, они говорят, Баколи, мы говорим, ну, а почему нет? Ну, mm-hmm. Я, тем более, в то время было просто, ну, как бы какие-то другие там вариантов других не было. Мы согласились на этот вариант, потому что мы считали, что мы ну, не хуже, чем Баколи, да, там лучше. С таким опытом, я думаю, что вообще мне без разницы, с кем выходить, хоть с Джошуа, хоть с Фьюри. Я не знаю, вот если пересматривать мою так спортивную карьеру, вот так я задумываюсь, да, там, и много анализирую, люди там пишут, да, там, что-то там, ну, некоторые просто иногда там залетные, да, такие, там, можно так сказать, ша, залетят там, что-то напишут, какую-то грубость там, такой думаешь, блин, вообще такую чушь написал, лучше бы это, ну, это же... Они имеют полное право. Вот. И поэтому я считаю, что нужно готовиться конкретно. Вот что в моем случае не получилось с Хантером, это, наверное, недоработка. Лагерь отличный был. Я готовился в Штатах. Немножко мне со спарринг-партнерами в тот момент не повезло. У меня были хорошие спарринг-партнеры, но не такого уровня, как Хантер. Хантер хорошего уровня был. Он пластичный, хитрый. Такой, и неудобный, да? Неудобный, да, можно сказать. В обмен мало лез, там шел, там что-то ну, накидывал. Наверное, вот это больше сыграло роль, то, что у меня были спарринг-партнеры, более такие как бы дручины, да, я больше дрался, и вот за счет того, что я шел, я создавал, и вот он, ему оставался, ну, вторым номером, он раз делал свою работу, а тут я не смог перестроиться, может, ну, вот. Да, ожидал другого. А ты знал, что Баколи будет вот такой, какой он есть, неудобный? Вообще, на самом деле, я ожидал от Баколи большего, потому что он до боя начал много там говорить, там, то, что я Кузьмина там свожу в школу бокса, там, и еще там много всяких вещей. Я такой думаю, блин, да неужели? Потом я посмотрел вообще, каждый же спортсмен интересуется своего противника, когда они боксируют, он разбирает его. Я зашел, посмотрел. Оказывается, когда он только начинал прямые удары бить, я уже выиграл чемпионат Европы и был заслуженный мастер спорта. Вот. Но это мне ни капельки не придало уверенности. Я это говорю так, потому что недооценивать нельзя, да, там, тем более
конголезиец, да, по-моему, он. Да, конголезиец, да. Голодные, я понимаю, они там голодные, бедные. В общем, молодой, еще там он на сколько, на 5 лет меня младше. Mm-hmm. Я понимал, что будет рубка, и надо в этой рубке его где-то шваркнуть. Вот. И он не оправдал моих, на самом деле, надежд, потому что... Почему у меня бой так сложился сдержан? Потому что я рассказываю. Я вышел, я ожидал первый раунд. У нас, ну, как получился первый раунд, так разведка боем, можно сказать. Первый раунд прошел, второй раунд он пошел там где-то... Первое начало боя прошло где-то 30 секунд, потом где-то середина боя у нас так получилось, он пошел в какой-то обмен, начал сыпать удары, там такой типа хотел меня, может, сломать. Я принимал на защиту и, ну, посмотреть решил, ну, как бывает же у нас на тренировочном процессе, также тренер говорит, что вот встал, один бьет, ты просто стоишь под ударами, защищаешь, смотришь, выбираешь, ищешь, где у нее откроется, и туда ему засунешь. Вот. И в итоге, в общем, ну, я перетерпел вот эту волну, там где-то моментами позасаживал ему, там эпизоды показывали, что я лучше был, чище попадал, и в итоге, в общем, он в третьем раунде вообще остановился, и вот, как видать, вот эти контратаки, которые я проводил после его атак, они его тормознули, он понял, что реально у него башка крепкая, я, блин, так всаживал да. сильно, что, блин, ну, блин, видать, может, и вскользь как-то, чисто перчатки как-то, ты когда засаживаешь, они как-то проходят, надо было туда втыкать больше, наверное, а не вот так как бы уводить вниз, хотя, ну, но кулаки чувствовались, кулаки болели после боя. Вот. И вот, вот как-то в этом, в таком напряженном ключе прошел весь поединок. Третий раунд я выхожу, думаю, что он мне предложит следующий раунд. Он начинает на дистанции, ничего не предлагает. Я вот этим джебом расстреливаю. Вижу, что я на дистанции, ну, не испытываю каких-то проблем. Делаю, как, допустим, что у нас... Владимир Кличко делал на дистанции джеб-джеб, обнимашка, джеб-джеб, а и так выиграл много. Но я много, я не сравниваю себя с Владимиром Кличком. Вот, я просто говорю, что тактика разная, она бывает, не только драться нужно, нужно еще да. и башкой работать в ринге. Я думать. Вот, мозг должен работать постоянно. И вот в таком ключе я вижу, что на дистанцию меня, как бы я там и эпизодами проваливаю, подхватываю, развиваю. Но не хватило вот именно развития. Я потом посмотрел поединок Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым. Мне вот именно не хватило вот повторных атак, как Энтони Джошуа добивал Энтони, Пулева, Кубрата. Вот именно у меня проходило. Он раз все поплыл, и вот еще 2-3 удара туда вдогонку. И уже бы, может быть, и этого Мартина Баколеба не было бы. Но ты был удивлен? Вот я смотрел этот бой, я был удивлен, как он стоит. Реально, я был... Ну, на самом деле, да, он, ну, видишь, стоит, блядь, там. Вот. Я даже вот потом пересматривал их бой с Майклом Хантером. Вот, и Майкл Хантер тоже там и в эпизодах попадал сильно. Но в итоге, когда у них 10-й раунд был, это заключительный был, он канатом его поджал, также попал, и тот вот так завалился на канаты, и он еще туда вдогонку 3-4, и рефери остановил поединок. То есть, может, надо было вот именно повторная атака для того, чтобы удосрочить, чтобы его... Я по бою посмотрел, я бы вот, ну, дал бы, честно говоря, ничью. Вот. Как ты, что ты... Многие любители бокса, поклонники там и аналитики, и вообще просто все, кто бокс смотрит, они сказали, что поединок не проигран, минимум не проигран. Вот. И что я уже сделал неоднократное заявление, делал, и после боя, там, по-моему, через 2-3 дня тоже как посмотрел поединок, я реально посмотрел и видел, что, ну, как я, ощущения были... что я не проиграл, но когда я посмотрел, я реально понял, что я не проиграл там. Ну да, минимум ничья, блин, хотя бы была бы. Но, а если был бы бой дома в России, скажем? Ну, дома, может, ну, мне бы подняли руку, да. Если бы он сказал бы хотя бы... Так вот, я не закончил свою мысль в том, что я после боя, за там дня через 3-4, сказал, сделал интервью о том, что я бы с радостью повторил бы наше с ним противостояние, вот, и провел бы матч-реванш, если он настоящий мужчина и реально
в топ-15 метит. И, ну, конечно, он прошел в топ-15 же по ВБЦ, пояс завоевал. Если он реально как бы считает, что он, ну, недостаточно уверенно выиграл меня, он мне даст шанс, и мы проведем с ним матч-реванш. Вот у меня мой менеджер уже разговаривал, но пока что-то глухо, тихо. Конечно, они сейчас тишину словили, потому что им подарок такой сделали. А я потом уже впоследствии узнал, что, оказывается, он в промоутерской компании Энтони Джошуа, это, его ведут вообще вот так. Ну, да. Что сделаешь? Главное, самое главное, что я после такого большого перерыва вышел в ринг и реально вот, ну, как ни странно сказать, кайфанул, да, от самого выступления, когда с Майклом Хантером реально у меня были проблемы там определенные, и я в не лучшем свете выступил, вот, и после такого большого перерыва я увидел изменения и увидел, что у меня, ну, заработали определенные вещи, и есть над чем работать, конечно, я не говорю, что я идеал, потому что идеалов мало существует где, вот, и поэтому нужно стремиться к этому, чтобы быть идеальным, вот, и работать больше. Я читал информацию, что Баколи после боя подошел, поблагодарил, или тренер его сказал, что... Да, даже когда неожиданно... ему подняли руку, подошел его тренер, там начал извиняться, вот прям вот это с первых уст, вы слышите, это именно ко мне подошел его тренер, начал извиняться, вот говорит, мы не выиграли, мы очень опечалены о том, что так все произошло, ну уж извини. Ну мы понимаем, конечно, они-то не виноваты, это судьи уже сделали. Потом они еще к нам в раздевалку пришли, он сфотографировался, можете зайти к нему в Инстаграм, там аккаунт, он там выставил пост со мной, там, что он меня благодарит и так далее, mm-hmm. и тому подобное, в общем. И говорит, что реально ты там жестко бил, но у меня сильная держалка, говорит. Это ну, да. Понятно, что они такие есть, но до поры до времени, потому что все равно рано или поздно башку пробивают. Скажи мне, а вот после боя был допинг-контроль? Я спрашивал этот вопрос. Да, да, конечно, был допинг-контроль. А возможно ли такое, ну, что... В Британии проходил, британцы, наверное, и брали эти, у них комиссии их. Да. Вот, а вот и такой вопрос. Вот, допустим, возможно ли такое? У тебя отрицательный тест, да? У него как бы взяли тоже, допустим, положительный, но это как-то умялось, скрылось, заплатили денег. То есть, возможно такое, что у него положительный, но сказали, что отрицательный? Как ты думаешь? Такого, я думаю, наверное, невозможно, потому что это же целая комиссия, и это смотрит за этим, за всем. Допустим, у меня вот были в России такие случаи, наверное, помните бой в 2017 году, мой поединок с этим, как его, хардкор я дрался, этот рассечение был, как же его, блин, американец в Москве дрался. Да-да-да, потом бой там от... Короче, Мансур. Да. Да. После поединка, вроде бы он как бы из-за рассечения там не состоявшийся был, да. Но потом мы же сдали допинг-тест, у нас потому что на кону стоял пояс, вот этот WBC International, кстати, этот же пояс, который стоял сейчас в Баколе. Вот, и мы сдали допинг, и в итоге, в общем, у него показал наличие там каких-то запрещенных препаратов, и вообще его дисквалифицировали, а этот бой аннулировали. Угу. Ну, такие случаи тоже имеют место быть, и на моем опыте тоже были, но пока вот, ну, в Британии вот так взяли, я не знаю, там, ну, не уведомляли, менеджер не звонил, не говорил, тем более 3 месяца прошло, я думаю, значит, все в порядке было. Угу. Ну, реально, да. Вот так. Но ты реванш ждешь и хочешь? Я вообще, на самом деле, если они согласятся, и они скажут, Сергей, давай проведем еще поединок, я, конечно, соглашусь и скажу, давай, Мартин, мы взорвем еще раз стадион какой-нибудь, да. В Лондоне или там где-нибудь в каком-то другом месте. Сейчас долгие вот такие, скажем, простой из-за пандемии и травма, все как бы вместе, верно? Потому что сейчас нет боев. Ну, вообще, сейчас просто немножко бокс переформировывается в другой формат вещания, потому что вот это из-за пандемии все... немножко поменялось, я окунулся в эту атмосферу, могу вам немного рассказать, это вот, допустим, в Британии как происходит, ты перед тем, как из страны в страну в другую перелететь, нужно сдать тест, ты сдаешь тест, летишь за 3 дня,
Сдаешь тест, прилетаешь туда, там тоже сдаешь тест, сидишь в карантине сутки. Потом, если тест нормальный, то начинаешь в гостинице передвигаться, там зона тренировочная, потом столовая и такая досуг чисто, там фильм посмотреть или еще что-нибудь. И вот так живешь, да, в гостинице, на улицу выходить нельзя. В день боя там все мероприятия, пресс-конференция, взвешивание, все проходит внутри гостиницы. А в день поединка уже ты выходишь на улицу и тоже сдаешь тест. У тебя там 2 или 3 раза берут тест на ковид на этот. Ничего себе. Да. И, в общем, в день поединка тебя просто... Вот ты рядом живешь с арены. Машину садишь, вот так провозит круг. И выходишь, и варенье уже там, ну, как обычно, там, в комнате. И все, без болельщиков выходишь там на арене, в ринге, рефери, тренера в масках, все. Ну, вы видите уже дальше. Да, да, да. А за кулисью вот так, в принципе, как, ну, вот, живешь в гостинице, там тренируешься, соблюдаешь режим, подгоняешь вес, ну, и все, в принципе, нормально, как бы, особо, и никуда не отпускают, потому что у них, наверное, у организаторов есть договоренности об безопасности мероприятий проведения, чтобы не было вот этих каких-то больших заражений от ковида. Угу. Поэтому все вещают в цифровом режиме. Ну да. По телевизору, в интернете. Вот. Почему я не знаю, не вещали в России поединок, но на стриминговом Дозоне, этом интернет-дозоне, транслировали, я смотрел там в их архиве, даже там сохранилось, до сих пор можно смотреть, там заходить, регистрироваться. И на самом деле классные бои, там много всяких. Это не реклама, это чисто вот я узнал так. Посмотрел, ну как бы неплохое приложение, да. Да, да, много боев, и можно посмотреть там за... Тем более в России 150 рублей подписка очень дешевая, да, там Эдди Хёрн, когда узнал о том, что там где-то в другом, там 10 баксов, по-моему, подписка ежемесячно стоит, то он говорит, вообще это 150 рублей у вас копейки в России. Скажи, но сейчас твоя команда двигается в направлении, чтобы у тебя был бой в ближайшем будущем? Да, сейчас мы хотим, у нас план такой, мы сейчас будем двигаться, нужно провести поединок. Этим занимается сейчас мой менеджер Вадим Корнилов. Вот. Он рассматривает поединки, тем более сейчас у Дмитрия Бивола тоже много не было времени поединка, по-моему, больше года. Да. Вот. Возможно, сейчас, если у него будет поединок, возможно, я в этом карде тоже выступлю. Вот. Где их не главный поединок будет, там, с кем он будет боксировать. Поэтому нужно тренироваться, готовиться и быть готовым в профессионалах. Это вот так. Вот можно пример просто привести, Энди Руйса взять. Он боксировал, готовился, ждал своего шанса, ему дали. Вот, допустим, на замену вышел с Энтони Джошуа и выиграл его. Вот стал чемпионом мира. Вот реальный пример. Далеко ходить не надо. Вот ты заговорил о Диме Биволе, да? Почему? Почему у него боев так недолго? Ну, вообще с пандемией связана вся вот эта... Все с пандемией. Да, многие чемпионы тоже же там не боксировали, там посмотреть, они сидели, ждали, тем более какая-то эта пауза была всего вот этого. И сейчас вроде возобновляется потихоньку, дай бог, чтобы все сложилось. Хорошо, я понял. Давай чуть-чуть еще отвлечемся вот и на тренировочный процесс. Скажи мне, вот ты боксер вроде бы супертяжелого веса, но ты за диетой следишь? Следишь за весом? Ну, безусловно, конечно, профессиональный спорт это уже как образ жизни, можно сказать. Это не просто ты там раз зашел в пивбар, да, там пиво попил и все, и потом вышел и забыл. Это уже систематически нужно каждый день делать. Ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. То есть питание настроено, уже это с годами все сложено. В режиме, когда я готовлюсь к поединку, у меня строгий график, план тренировочный, питательный, там восстановительный, все вот это есть. А когда межсезонье, я тоже придерживаюсь, но уже такой график более такой, ну, можно сказать, пока подготовки нет, такой, чтобы организм сильно не удручать, вот, и не перетренировывать, потому что потом, когда скажут, что вот поединок, нужно готовиться, и нужно будет, допустим, 1,5 месяца провести лагерь, поэтому нужно, чтобы быть свеженьким. Вот так.
А сейчас в какой ты форме находишься? Или в связи с травмой? 50-65% готовности. Угу. То есть, там, это всегда так. Кроссики, постоянно бегаешь, делаешь монотонную работу в зале, это где-то часа на 2-2,5. Вот. Ну и вот зарядки утренние. Скажи мне, вот я часто слежу за твоим инстаграмом и вижу, что ты тренируешься всегда в баллонке такой, ну, с гоночной, который потеешь. Ты какие-то цели преследуешь или почему? На самом деле многие мне говорят, что вот там ты и так вроде там неплохо, там хорошо выглядишь, там или там вес гоняешь, это абсолютно это не так. Вес я не гоняю и там не придерживаюсь. Да. Я, если честно, люблю от души попотеть на тренировке. То есть прийти, а допустим, ну, когда лето, летом я баллоньку не использую, потому что, ну, тепло. В холодный период там в зале немножко так прохладновато, и надеваешься потеплее, чтобы, ну, вспотеть, и во время, допустим, там, когда дают там минуту-две там отдыха, да, там, в этот период, чтобы организм не остывал, чтобы он постоянно был такой, это, в режиме, там, допустим, 60-70 градусов, ну, теплый. И вот, и поэтому, как бы, привык в этой, пока зимой тренироваться, уже вот так, чисто вот так. Я понял. Скажи мне, а какие у тебя вообще вот планы на этот год? Сколько боев бы хочется провести? Вообще хочется вот, допустим, сейчас бой там в конце весны провести. Вот было бы там где-нибудь в конце апреля, мая бой. Потом летом провести бой. Ну, бой 3 точно провести хочется в этом году. Хорошо. А вот такой вопрос еще. Главное, чтобы здоровье позволяло. Ты знаешь, ну, это главное, да. Можно запланировать хоть 10 боев в год, а можешь провести. Ну, это нереально, как бы, по профи 10 провести. Нет, почему? Есть такие люди, которые боксируют там и там могут каждую неделю боксировать, они как неваляшки выходят. Типа, ну, это, да, это уровень. Ну, все равно. Согласен. А вот такой сейчас момент, сейчас вот что творится. Джоша, Фьюри, Усик, Джойс. Да, вот какие перспективы, вот скажем, у тебя могут быть выход на титул? Ну, у меня какие сейчас перспективы? Мне нужно сейчас оправиться после, ну, в принципе, эти мои два поражения, они на бумаге, да, они такие какие-то там сенсационные, да, там, что я проиграл там по очкам оба поражения, да, там, последний вообще сомнительный с этим Баколем. Вот, поэтому я еще себя не проявил и не заявил, да, себя. Мне есть что еще показать, продемонстрировать. Вот, поэтому я нацелен в первую очередь сам. Команда у меня нацелена, тренер мой меня всегда мотивирует. Man? Не то, что мотивирует, он просто, man, мы мотивацией живем, вот, чтобы, ну, выступить, чтобы стать чемпионом. Вот так. А как по-другому? По-другому никак, так, если чисто так это прийти, это от балды что-нибудь сделать и уйти, но это профессионализм уже. То есть тебе для начала нужно, скажем, выиграть еще бой 2, скорее всего, стать обязательным претендентом, чтобы, допустим, претендовать на титул Джошуа там, или Фьюри, да, верно? 60-70%. Я говорил 50-65% о готовности. Вот у меня тут спрашивают, там это, может, ты видишь комментарии. Какие 67%? Вы о чем? Мы о тренировочном процессе, что нужно быть где-то 50-60% готовности, чтобы потом начать эту подготовку к бою, чтобы стартануть, а не с нуля. Допустим, ну как вот ты нулевой будешь, допустим, тебе нужно до 50% форму набрать. И потом от 50 до 100 еще. И сколько это времени займет? Полгода. Если не больше. Вон, можно взять Тайсона Фьюри. Он, допустим, когда там, сколько, год, да, или два, или три, там не боксировал после Кличко. Потом год там, это, такой чистый, ему сделали там 2-3 боя, такие, там, ну, средняковые. И все, и вот он стал чемпионом. Так. Тут еще видишь, какой момент. Тут одного желания мало. Тут нужно еще большая работа промоутера и команды, да, там, да, разговоров нет, ты будешь там всех выстегивать. Нужно еще, чтобы то есть промоутеры увидели, заинтересовались. Чтобы, ну, взять, знаешь. Конечно, на опасных будет тяжелее выходить. Вон, я вот, ты, можешь, смотришь на Канело.
сейчас, да. Вот, ему бои там делают. Конечно, он подписал контракт, да, там, с Дазоном, да, там, на там 12 или 13 боев, и поэтому они ему сейчас делают, там, и дают такую мешковую диету. Да. Там бои-то, по сути, ну, взять Мэйвезер, который бои проводил, да, там, и Канело, ну, это небо и земля. Что это за уровень турок этот вообще, я не знаю. На КМСника даже не тянет. Да, парень легкий такой вышел. Да, да, да. Да. Скажи мне, вот многим интересна тема, и мне интересно, вот промоутерская компания «Мир бокса», да, продвигает боксеров не только России, да, но и узбеков. Да. Как так получилось? Почему и нет там казахов, допустим, еще, я не знаю, киргизов, а вот именно русские? Не знаю, не зашли, наверное, пока не зашли, наверное. Почему? У нас такая интернациональная, можно сказать, компания и команда вообще там и присутствует, и татары, и русские, и, можно сказать, и казахи, и там, ну, почему, многие узбеки сейчас тоже есть, там, я имею в виду, в этой команде. Ну да, что... в основном, ну вот, представители России, да, и Узбекистан в основном. То есть, нет... Узбекистан, это сейчас плеяда очень молодых перспективных боксеров, которые зарекомендовали себя в любителях. Вот, и которые захотели перейти в профессионалы, и вот они как-то вот, ну, не знаю, так получилось, что звезды сошлись на мире бокса, и они попали к миру бокса, и сейчас, если бы, допустим, вот, ну, тоже там у Голдена Боя, там у Топ Ранка бывают свои звезды, и также вот у мира бокса есть свои. Я понял. И такой вот вопрос, вот. Боксер хочет попасть в профи, хочет попасть, скажем, в промоутерскую компанию «Мир бокса». Как это? Возможно, невозможно? Вот что скажешь? Ну вот начнем с того, что значит «хочет попасть», «хочет». Хочет начать боксировать по профессионалу. Боксер. Да, боксер. Ну вот как боксер? Вот знаешь, я тебе скажу вот из лично своего профессионального опыта. Что значит «хотеть»? Хотеть можно много чего. Но ты должен сам понимать, что это... Либо ты к своему делу относишься с любовью, да, там и это, либо там чисто это, отшибись. Вот. И поэтому нужно понимать, что это не просто там какие-то игрушки. Это серьезная игра и вообще жизнь, бокс. То есть твоя жизнь, она на волоске, можно сказать, там по лезвию ходишь на грани, то есть смерти и жизни. Вот. Потому что ты должен относиться к этому виду спорта как, не знаю, как образу жизни, как, в общем, как сказал, я не помню, кто конкретно, что в боксе нету, то есть в боксе одни голодные ребята боксируют. То есть там кто уже заевшийся, да, или кто-то добился чего-то, они уже оставляют бокс и все. Боксируют. Типа, да. То есть в боксе должны приходить ребята, которые замотивированы добиться каких-то результатов, улучшить свое материальное положение, благосостояние и вот эти моменты. Все. То есть не просто одно желание прийти, он должен задаться какой-то целью, стать чемпионом мира, допустим, обустроить свою жизнь, добиться таких результатов, чтобы там стать великим человеком. Там, заслуженным мастером спорта или там, я не знаю, там, гордостью своих родителей. То есть вот нужна какая-то внутренняя цель, вот эта искра, огонек, чтобы он горел, и ты его подпитывал чем-то, и вот с этой целью жил и двигался к цели к своей. Да, я понял. Скажи, Сергей, тебе 33 года. Сколько ты еще планируешь боксировать? Ну, 33 для супертяжеловеса, этого я считаю, что, ну, как мне мой хороший тренер план, говорит, да. Это вообще, я считаю, это тебе, грубо говоря, сейчас там лет 25, может, вот так. Но я себя на самом деле, вот тренер говорит одно, да, я себя чувствую лучше сейчас в 33, чем даже в 18. Не буду говорить тем ребятам, которые, ну, потом будут уже там достигнут этого возраста спортсмены, да, там 33, они сами поймут. Я реально, ну, не знаю, сейчас расцвет, наверное, такой моих лет, наверное, сейчас 33 года. Я ощущаю, что у меня позволяет здоровье для тренировок еще минимум хотя бы лет 5.
Вот. Есть для этого все. Ну, есть, как знаешь, ну да, нужно, чтобы звезды сошлись, и все будет тогда. Нужно делать просто дело, тренироваться, работать и ждать своего шанса. То есть у тебя не было какой-то цели, вот там, я боксирую до стальки или... Не, что-то... не было. Я боксирую, ну, никто не знает, может, завтра я, да, там, закончу, может, там, через 5 лет. Цели прямо конкретной нет, что пока есть желание, потому что, я не знаю, бокс, тем более я всю жизнь этим занимаюсь, да, это как наркотик уже. То есть я там вот уже на реабилитации там недельку не позанимался, я уже себе места не нахожу, да, там, хочу пойти в зал, что-нибудь поделать, там, пробежаться, грушу побить, в парах встать, то есть вот это, ну, уже в крови, никуда это не деть. Да, 100%. Хорошо. И такой еще вот вопросик. Какие-то уже вот планы на жизнь после бокса ты уже строил или нет еще? Да, конечно, ну как без этого? Конечно, есть планы на жизнь, потому что... Ну, нет, бокс боксом, да, потому что ты всю жизнь не можешь этим заниматься. Есть планы там и по бизнесу продвигаться, есть в общественном направлении тоже двигаться планы. Политика. Вот. Есть направление тренером стать, тоже это как вариант. Директором какого-нибудь клуба тоже цель. Ну, не цель, а это можно стать тоже там каким-то. Просто папой, который будет своих детей воспитывать, водить там, я имею в виду, в кружки какие-то развивать, вкладывать в них все самое лучшее для того, чтобы они были, ну, твоим лицом, да, то, что ты, допустим, не успел в жизни сделать, ты вложишь в них и реализуешь в них. То есть вот это основная, как бы, задача, да, вот то, что я перечислил, вот эти направления, по которым я буду двигаться после бокса. Я спросил 2 раза, а ты не слышал, а политики есть в политику пойти? Политика? Ну, политика какая? Вот я сказал, общественная деятельность, это то есть спортивная общественная деятельность, там какие-то, ну, вот эти моменты, связанные со спортивной жизнью, то есть вот в этом направлении, если они будут где-то пересекаться с политикой, я не буду углубляться, я буду работать в своем направлении, по спорту чисто. Вот, а там уже как бы время покажет, я не знаю. Так, хорошо. Сергей, было очень приятно пообщаться, я подведу такой итог. Хочу пожелать тебе меньше травм, чтобы боев было предостаточно, чтобы ты добился титула. Вот. Да, это... спасибо, Виктор, спасибо. Да, приятно тоже было пообщаться. Еще один момент, последний, вот всем... Всех ребятам говорю, когда заканчиваю свой эфир, вот слова от чемпиона мотивационные от тебя, нашим зрителям, всем, кто смотрел сейчас или посмотрит, пару слов таких от тебя мотивационных и хорошего вечера. Мотивация от меня на вечер. Да, да. Делайте сегодня это лучше, потому что завтра вы можете не проснуться.